В Ненецком округе вручают памятные медали к 90-летию региона. Накануне ими были удостоены 60 ветеранов. Те, чья профессиональная, трудовая и общественная деятельность принесли значимые для региона результаты в различных сферах деятельности. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры «Арктика» в рамках юбилейных мероприятий. У Надежды Михайловны Молчановой редкая для женщин профессия – токарь. Она начинала свой трудовой путь в далеком 1962 году. Я работаю с 62 года, токарем работала всю жизнь. Да, одна женщина. Да. На своей мастерской. Всю жизнь работала токарем, потом, значит, по странному уровню перешла сторожа. Теперь я дальнее время работаю сторожем еще. Но уже больше 56 с лишним лет работаю в ВПХ. И до сих пор работаю, вот и спешу на работу. Вместе с Надеждой Михайловной заслуженную награду получили еще два труженика с 50-летним стажем. Это ветеран Печорского лесозавода Людмила Аркадьевна Пешкова и электромонтер Василий Прокопьевич Дуркин. Государственной наградой Орденом Дружбы Народов. Юбилейной медалью к 90-летию округа наградили также выдающихся работников и ветеранов геологии, нефтяной отрасли, рыболовства, сотрудников метеослужбы, природоохранных предприятий, бюджетных учреждений и многих других специальностей. Всего 60 человек. Это те, кто свою профессиональную, трудовую и общественную деятельность посвятили родному округу. Ненецкий автономный округ – удивительный округ. Он колоритный, самобытный, богатый природными ископаемыми. Но самое главное – он богат людьми. Вами, теми, кто сидит в этом зале. Кто-то родился и вырос в этом округе. Кто-то приехал сюда трудиться и навсегда связал свою судьбу с этим округом. И именно вы творили историю этого округа. За это вам большое спасибо и низкий поклон. В числе награжденных памятной медалью Галина Лукьянчикова, всю жизнь проработавшая в Наринмарском ГАРПО. Сейчас женщина занимается общественной деятельностью в Комитете солдатских матерей. В Наринмарском ГАРПО отработала с 1974 года по 2017 год, то есть 43 года трудового стажа у меня. Николай Протопопов также, несмотря на возраст, ведет активный образ жизни. Сам я родом с деревни Чижа, Ненецкого округа. С малых лет пошел работать. Всю жизнь почти что вот по сей день, как предпринимателем являюсь, всю работу. Вот уже лет 50 как работаю, только календарного стажа. Есть среди награжденных и ровесницы округа. Вера Васильевна Кожевина и Ирина Кондратьевна Щипина. День мы благодарим за их достойную жизнь, наполненную нелегким трудом, сменой эпох, жизнь, в которой всегда есть место для радости и шуток. Медаль к 90-летию Ненецкого округа была учреждена главой региона Александром Цибульским. Всего памятной медалью в этом году планируется наградить 350 человек. В том числе отметят тех, чей труд способствовал повышению авторитета региона в Российской Федерации и за ее пределами. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».